Возле братской могилы защитников Сталинграда на пересечении улиц Таращанцев и Багунской благоустроят зеленую зону. Площадь сквера составит порядка 700 квадратных метров. На территории, прилегающей к памятнику, будут обустроены пешеходные дорожки, высажены ели и березы, кусты сирени, спиры и берючины. Также здесь будут установлены малоархитектурные формы. Для удобства маломобильной категории граждан у памятника оборудуют пологие спуски-пандусы. Подрядная организация в течение 5 лет должна будет следить за состоянием объекта и, в случае возникновения возможных дефектов, устранить их за свой счет. Сам же памятник бойцам, погибшим при обороне Сталинграда, был установлен здесь еще в 1950 году. За 7 десятилетий пришел в упадок. В прошлом году на него обратили внимание местные власти и отреставрировали. Сам монумент отмечает место, где были захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Багунского и 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии имени героя гражданской войны Николая Шорца. Общее количество бойцов советской армии в братской могиле неизвестно. Восстановлены лишь фамилии 80 человек. В дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов. Соединение участвовало в уничтожении окруженной северной группы войск противника. За стойкость, мужество и героизм в марте 43-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая позже дошла до самого Берлина.